Чаще, поэтому сейчас будем смотреть. Баста, мутная вода. Реально. Вот, кстати, на 30-м месте в тренде висит до сих пор. Ну так, я к Василию Михайловичу с уважением, конечно, особенно за его старые песни, потому что, знаете, на басту особо не повыебываешься, там к тебе приедут люди, блядь. Вот, поэтому, ну сейчас, но тем не менее, постараюсь быть объективным, постараюсь разобраться. О, ну что, let's go. Чайная пьяница, друзья мои. Принцесса Нури. Блять, полиция, не надо, пожалуйста. Не забирайте меня в ГУЛАГ, я умоляюсь. Я умоляюсь. Не забирайте меня в ГУЛАГ. Среди этих бетонных коробок, похожих на гроб, среди этих приемок и ненасытных оперов, среди этих беспонтовых звонков с незнакомых номеров, я двигаюсь по-тихому, оберегая свой мирок. Среди этой бесконечной суеты, среди падающих замков за облачной высоты, среди капкающихся вок и злой высоты, главное понять, где сойти. Я заряжен, меня таращит без стафа, я рву этих шавок, они вопят, вселился без стафа. Я в одного против их стада, но если что, пять сек, и тут будет вся стая. Мутная вода, я в ней как дома. Они думают, что рвут меня на части, но они рвут клона. Очень странный клип снят, вообще очень странный. Я понимаю, в чем поинт был, но как-то особенно... Я не знаю, странно чувствуется картинка. Вообще, я бы не сказал, что это некая какая-то мощная кинематография. Не знаю. Я как клоун Лука шучу, они плачут. Мой пугают этих деток, ведь я пущу их на панч. Стрелки, 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 время. Ну вот, мне нравится, что как бы, да... На самом деле, вот это, понимаете, как бы такая смешная ситуация, что как бы идет разговор о том, вот о пацанском, о как бы некотором вот этом районном движе, да, панелька, хаски, жестко мутная, но при этом вот на Василия Михайловича там бомберок 1000 за 150, штаны 1000 за 80. Панч, стрелки, 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 время делать суету, стрелки, 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 перемещение сум. С кем ты, кто ты, чей ты, они тебя не спасут. Денежки в ячейке, а ты остался в лесу. Ты что-то говоришь, но у тебя трясутся руки. Прости, но твои деньги мой самый легкий рубль. Уровень, но над тобой смеются даже твои куры. Ты потек, как дырявый кулер среди эч... Не знаю, этот эффект тоже очень, ну вообще не смотрится. Смотрится дешево, правда. Вот типа, ну это не смотрится дорого как. В смысле, это смотрится... Я бы не сказал, что это смотрится дешево круто, это смотрится дешево странно, то есть как какой-то некий такой эффект из Da Vinci классический, вот просто чисто там монтажер кнопочку нажал, нормально, масочку накинул, все окей. Среди бетонных коробок, похожих на гроб, среди этих приемок и ненасытных оперов, среди этих беспонтовых звонков с незнакомых номеров, я двигаюсь по-тихому, оберегая свой мирок. Среди этой бесконечной суеты, среди падающих замков за облачной высоты, среди гавкающихся вок и злой высоты, главное понять, где сойти. Каждый новый день я вызываю на дуэль себя и расту, сделать самый лютый звук для меня, расплюнуть, слышь, пиздюк, ты узнаешь басту на слух. Я сжигаю этот бит, как Кутузов Москву. Я делаю трек и попадаю сразу в топ, либо делаю дрэк. И ты говоришь не то, не то, в топку. Топка самая то для этих дроп. Я делаю выводы и готовлю новый дроп. Я копаюсь в этом подземелье, словно крот. И даже если ничего не вижу, чувствую кровь. Ты перешел дорогу, теперь ты пара перебитых ног. Мистер самый низкий болевой порог. Ты там что хочешь, базарь. Слава это хуйня, только поступки не пиздят. Ваш пояс едет дальше, я по-тихому вышел. Это закольцованный пиздец, мне пора выше. Я так давно на этой войне, и в войне мне по кайфу, что выхода нет. Проблемы на связи, мне звонили в четверг. В пятницу потеряли этих чертей. Залетаю на район, живая легенда. Мы дети, это вот это прикольно, вот это прикольный ход, типа. Ну, типа, скидывает немножко напряжение, потому что навал за 2.30, конечно. Чисто 2.30 просто куплетного навала, конечно, многовато. Вот это, ну, попижу, что есть, чисто моментик такой. Для одного гетто испорченная карма плюс конченые гены. Даже будучи самым богатым, я остаюсь бедным. Вся твоя крутость — это карусель в сторис. Ты присвоил себе титул, но это фальшивый поезд. Ты смотришь мне вслед, так уходит твой поезд. Мистер Беспонтовость, раскатка за раскаткой. Пожелай нам легкой катки. Мы слышим, как танцуют наши бабки. Мы варим суп из алмазов и слепнем от сварки. Смерть в моих руках, и мы танцуем ламбаду. Среди этих бетонных коробок, похожих на гроб, среди этих приемок и ненасытных оперов, среди этих беспонтовых звонков с незна... Это вот мне достается за критику клипа Басты, видимо, друзья мои. Ну, что поделать. Знакомых номеров, я двигаюсь по-тихому, оберегая свой мирок. Среди этой бесконечной суеты, среди падающих замков за облачной высоты, среди гавкающихся вок и злой высоты, главное понять, где сойти.
блядь, не надо, пожалуйста. Уф, слава богу. Да, не знаю, мне такое вот неинтересно слушать. Просто я по съемке не могу сказать, что что-то интересное, потому что как бы понятно, что это такое решение в духе там клипа Хаски «Панелька» и так далее. Вот схожие ощущения, но как-то выглядит это не то, что... Ну, трёх достаточно слова. Куца. Ты лучший стример. В четырех. Фидос. Ты лучший стример меньше, Лосось. Чем три. Биг Базиба, меньше, чем три. Саранхашечка категорическая летит. Не знаю, это и выглядит как-то бедновато, именно куцевато по визуалу. Ну, не знаю, оно не выглядит фирмово, оно не выглядит как бы круто. А по рэпу, я не знаю, стопудово я уверен, что как бы поскольку тут лежит на 30-м месте в трендах, я уверен, что есть люди, вот Геннадий про декор, отделка стен, например, с этого кайфанул, и я уверен, есть много людей, которые с этого кайфанули и кайфанут, но для меня тут проблема в том, что Василий Михайлович, который давно уже является счастливым отцом, как бы серьезным зажиточным бизнесменом, сейчас рефлексирует на какую-то тему уличной жизни, но его как бы представления и риторика уличной жизни остались, мне кажется, в тех моментах, когда он, собственно, сам к этой уличной жизни относился. И поэтому, несмотря на то, что как бы тут есть некая попытка, да, дать такую социалку неконкретизированную, зацепить, я не знаю, я не чувствую, что то, что говорит Баста, резонирует с тем, что сейчас переживают люди, да, что сейчас происходит в мире. И я не только там про войну говорю, например, а в целом говорю о том, ну, как бы о происходящих событиях со мной. Например, это не резонирует вообще, я не узнаю себя в этом треке, может, потому что я там супер неуличный, какие-то пацаны там из Ухты, они такие, во, это про нас, но мне кажется, что именно в контексте этого трека, в контексте лирикса Басты, он бесконечно далек от происходящего, и вот это ощущение, оно меня не покидает. Если кому-то нравится, опять же, супер, но... Оскар, ну я считаю, что как бы я в первую очередь думаю, что я могу себе это позволить, ничего страшного в этом нет. Посмотрим, посмотрим. Короче, не знаю, я бы такое слушать не стал, но тем, кто слушает, респект, пожалуйста, получайте удовольствие. Мне очень понравилось вот это вот, где-то здесь была вокальная сбивочка была супер. Если бы было еще что-то такое, оно, возможно, бы скидывало фокус внимания, и трек бы слушался бодрее. Я считаю, что так. Так, что у нас дальше? Давайте двигаться потихонечку. Что еще навыходило в четверг? Во, вышло у пацанов, дропнули. Давно не было слышно новостей от сказочного дуэта. Дуэт, блядь, из трех человек, блядь! Блять, ну чем нахуй мы это заслужили? Объясните, пожалуйста. Объясните, пожалуйста, какого хуя? Почему, сука, дуэт? Дуэт. Не три эт. Не четыре эт. Не один эт. Ду, блять. Два, нахуй. Два. Ты понимаешь? Два. Не три. Не один. Два. Один. Два. Давай так, блять, сколько мальчиков на картинке? Раз, раз. Два, два. Три, три. Четыре, четыре. Убираем одного, остается. Раз, два, три. Это что, блять? Это что? Раз, два, три. Дуэт, дуэт, блять. Три. Дуэт, блять. Три. Давно не было слышно новостей от сказочного дуэта. Буквально с двух...
блядь. Вы понимаете, вы подумайте об этом. Вы понимаете, что если... Если дуэт влетит с двух... Влетел. Давно, вот подумайте, давно не было слышно новостей от сказочного дуэта, буквально с двух ног ворвавшегося в индустрию. Вы понимаете, что если дуэт влетит с двух ног, это значит, что каждый из этих людей влетел с одной ноги. Но хуй с ним. Если людей трое, и они влетели с двух ног, то это значит, что каждый влетел со скольки? С 0,7 ноги? С 0,60, блядь. Сейчас. Это каждый влетел... Да, нет, стоп. У них 6 ног. 6 ног. То есть они влетели... С какого количества, так, с какого количества ног влетел каждый из людей, если всего их три? Давайте так, если всего их три, да, два разделить на три. Математика не мою сильную. Друзья, вот каждый из этих людей влетел вот из такого количества ног. Чуваки, да не, хуй с ним, там же разговор про дуэт, блядь, про дуэт из трех человек. Вот каждый влетел с 0,66, с 0, блядь, с 0,66666666666 ног. Блядь, это просто пизда. Кто душнило, слышь, блядь, я, ну это реально, это просто, вот почему, если ты, ну, это же недоебка, это просто, блядь, ну не то, что неграмотно. Это просто всрато, ну это реально всрато. Я читаю это, и это просто, блядь, ну это не может написать человек, который понимает нормально русский язык, потому что это просто, блядь, неграмотно. Понимаете, если слово «ихний» уместное, слово «евонный» — это хуйня на постном масле. Вот это то же самое, как говорить «евонный», блядь. Поэтому вот. Давно не было слышно новостей от сказочного дуэта, буквально с двух ног ворвавшегося в индустрию. Все дело в записи первого полноформатного EP «Приятно познакомиться», релиз которого состоится совсем скоро. Это реально, это худой отпечаток плеча. Ну вы что, шутите, блядь? Это шутка, нахуй? Это прикол? Запрещена как раз-таки первый сингл из этого EP, в записи которого принял участие White Punk. Концепция трека незамысловата. Непростые отношения с противоположным полом во всем полюбившемся звучании хайпер-попа. Давайте послушаем этот мощный дуэт. И Артем Шиловец и White Punk. Запрещена. Let's go. О! Это всем полюбившееся звучание хайпер-попа. Как вам, блять? Как вам, блять? Всем полюбившееся звучание хайпер-попа. Чувствуете? Друзья, как же мы чувствуем? Как мы же очень жестко чувствуем. Я это очень жестко чувствую, блядь. Ну... Нормас, слышь? Хорош, слышь? Ведь забываю твой взгляд. Все напоминает о сейчас. Я не думал, что так будет, как теперь у нас. Как теперь у нас. Но ты для меня запрещена. Забывает твой взгляд. Напомни, кто ты, кто я.
Бля, заебись. Это нормальная тема, слышите? Это нормальная. Вот это вообще хорош. Все хотят всего лишь меня разотронувшись. Все хотят высоко и без помощи. Все хотят высоко, но они беспомощны. Ну-ка. А, это все? Но справедливости ради, я признаюсь вам, я не заметил, что 4 человека, и как бы, либо это такое очень одинаковое сведение, я не заметил, не выделил тут 4 человек, ну ладно, но, блядь, припевчик, пушечка, я даже еще раз послушаю, мне очень, вот там переход, прям заебись. Вот, слышно? И сейчас. Хорош! И вот сейчас, блять, это реально пиздатый переход. Хорош, это пиздатая песня. Ну, типа, я не знаю, мне не могу сказать, что мне прям пиздец понравился куплет White Punk, хотя переход на гитарку приятный, но вот, блядь, припев прям, ахуенно, очень хорошо. Скали и техника еще не слушали, заебись, нормально. Так, давайте зачем лимба, да лимба, большая лимба, серьезная, да лимба, секрет. Уж очень давно не было слышно новостей и новых треков от Лимбы. Крайним релизом был совместный трек с Джонни еще в прошлом году. Так быстро летит время, не правда ли? Но пришло время развеять тишину новым треком в канун начала лета. Блять, канун — это и есть... Друзья мои, самоконтроль. Самоконтроль — это самое важное. Секрет. Секрет. Это мелодичный поп-композиция. Секрет. Это мелодичный поп-композиция, которая будет играть на репите многих еще долго. В чем, блядь, музыка заиграла? Секрет. Это мелодичный поп-композиция, которая будет играть на репите многих еще долго. В нем. В чем в нем, блядь? В мелодичной поп-композиции. Блять. Секрет. Это мелодичная поп-композиция, которая будет играть на репите многих еще долго. В нем Лимба рассказывает историю пары, которая по велению судьбы расходится. Но любовь продолжает жить даже тогда, когда девушка начинает новые отношения. Просто 5-10-5. Блять. Макмиллер, респект. Давайте послушаем. Проверочку на верочку. Me,
Ладно, не суть. Там письки, мы это не уважаем. Вот точно нет, раскрой секрет, что ты звонишь мне ночью и плачешь от боли, что ты все еще хочешь. Это прям Викинд, это прям Викинд. Дудка, братан. Так, такие вещи надо знать. Ответить на сторис, что ты не удалила мой номер и фото, что ты нас не забыла и даже не хочешь. Но ты звонишь мне ночью и плачешь от боли, что ты все еще хочешь. Ответить на сторис, что ты не удалила мой номер и фото, что ты нас не забыла и даже не хочешь. Ну это прям Викинд. Очень сильный Викинд. Не знаю больше тебя, не держу в своих руках. Верю, что хотя бы сейчас не упустишь этот шаг. Блять, ну это откровенно, это прям, это очень сильно пахнет Викиндом. По подаче, по инструменталу, по содержанию, по всему. Но, блять, это звучит хорошо. Я не могу, типа, вот отрицать, что это звучит классно. Это прям приятно слушать, хотя это и абсолютно четко, блять, просто Викинд. Тот парень дал тебе все то, что я, все то, что я не могу. Твои друзья, не совру, что для тебя лучше него точно нет. Раскрой секрет, что ты звонишь мне ночью и плачешь от боли, что ты все еще хочешь ответить на сторис, что ты не удалил. Федя, послушай, Чарли Пут, Attention, это она. Ну, давайте. Почему? Why not? Why not? Давайте. Давайте, так сказать. Cause you knew that I knew that I feel regret. You got me thinking about when you were mine. Вот оно, импортозамещение во всей красе. Ну это просто Викинд плюс вот, вот эта песня. Хуя, 1.5 миллиарда просмотров, и я это пропустил. Ну я и лошпед, конечно. Ну я не знаю, что сказать, блять. Как-то прокомментировать, да? Это вот эти две песни. Ну точнее, это... Не, по инструменталу абсолютно похоже. И по вокальным ходам. Мой номер и фото, что ты нас не забыла и даже не хочешь. Но ты звонишь мне ночью и плачешь от боли, что ты все еще хочешь ответить на сторис, что ты не удалила мой номер и фото, что ты нас не забыла и даже не хочешь. Но при этом, блять, ну я вот, типа, мне трудно прям, но я не могу на это выебываться. Я люблю такую музыку, мне нравится. Она прям... Заеби, да, блять, звучит, ну это хорошо звучит. Но абсолютно понятно, откуда у этого растут ноги. И как бы, если мы говорим о какой-то оригинальности, то оригинальности, конечно, здесь никакой не присутствует. Но и не буду говорить, что этого звучит плохо. Это, блядь, в таксишку ты вечером едешь с бара и вот ты звонишь мне ночью. Охуенно. Ну, блядь, 50 на 50. 50 на 50. 50-50. Лов 66, ты и я тоже, вот. Мы все вместе ждем совместный альбом с маленьким ярче. Интернет Лав. Но нужно еще немного подождать. Релиз запланирован на следующую пятницу, 27 мая. А пока слушаем сольное творение Вани Лов 66. «Ты и я тоже» — это тот самый звук, за которым закрепился всеми привычный Лов 66. Блять, нет! Это... Это не звук, это не за звуком закрепился Лов 66, это за Ловом 66 закрепился звук, блядь. Это развитие в направлении слияния, друзья мои. Это развитие в направлении слияния.
Понимаете? Это тот самый звук, за которым закрепился всеми привычный Лов-66. Это развитие в направлении слияния гиперпопа, дрейна и гличкора, которые в слиянии... Еще раз, релоуд. Это развитие в направлении слияния гиперпопа, дрейна и гличкора, которые в слиянии с историей отношений лирического героя становятся хитами. Блять, ну я не хочу душнить, я не король русского языка, ну что это за хуйня? Это развитие в направлении слияния гиперпопа, дрейна и гличкора, который в слиянии с историей отношений лирического героя. Еще раз. Блять, еще раз. Развитие в направлении слияния гиперпопа, дрейна и гличкора. Вот, это они. Которые в слиянии. Слияние гиперпопа, дрейна и гличкора в слиянии с историей отношений лирического героя становятся хитами. Что, блядь, становится хитами? Гиперпоп, дрейн и гличкор? Что? Я, блядь, не понимаю, блядь. Я не понимаю. Я не могу понять. Ну почему так? Почему так? Я себя чувствую, блядь, как где-то об Эме. Почему так, нахуй? Как? Пиздец, блядь. Я не понимаю. Я не понимаю. Реально, это пишет Семен. Это пишет, блядь, даже не Семен, это сценарист «Бесконечного лета». Пишет, как? Ай, блядь, ладно. Лов-66, ты и я тоже. Давай, Ваня. Нихуя. Это я, когда захотел дунуть в саксофон, в который мышь залезла. Вот такие звуки. Никуда не уходи, можно просто остаться. Твои слезы — это дожди, мои цветы хотят распускаться. А почему у меня нету низов вообще в треках? Это с чем связано? Подождите секунду. Почему у меня нет низов, блядь? Где низы? Может, на Ютубе есть низы? Твои слезы, это да, дожди, здесь есть низы. Тикток кусок начался, видимо.
хуй знает, если честно. Вот реально, не хочется никого обидеть, но это вообще не то, что я ожидал услышать, как бы, и... мне нравится, типа, я прикалываюсь со всякого, как бы, из гличкора, из хайпер-попа, но мне кажется, что здесь, опять же, очень верхастый для хайпер-попа звук. То есть, реально, нету вот этих... Их очень сильно не хватает. Очень сильно не хватает дропчиков. Очень, это очень сухой звук. Как бы я не буду там, ладно, вот вопрос там, что осмысление текста, что там осмысление обработки вокала, хуй с ним, это чисто реально, ну, приколюха просто такая, как бы субъективная, но здесь реально, если рассматривать это в рамках тех жанров, о которых мы говорили, то это супер, как сказать, это, наверное, слишком экспериментально в том плане, что, ну, блядь, ну, типа, да, как бы это такой вот, блядь, Drain Glitchcore, ну, я не знаю, это не, типа, хитовый-то, хотя хуй его знает, вот знаете, я, блядь, пиздел на альбом Sosa Music, мне он из-за звучания не нравился, а в итоге оказалось, что это, как бы, классика улиц, может быть, я что-то не понимаю, может быть, это, как бы, не моя, да, какая-то там сфера ответственности и сфера понимания, но... Говорю за себя, я бы не стал трэч репитить, реально, потому что он банально слушается, ну я старею, блядь, да, чуваки, мне 27 лет скоро уже, ну давайте прямо будем, ну не знаю, короче, мне нравились эксперименты Love 6X, и мне в целом нравится Love 6X как артист, мне кажется, что он реально, ну, как бы у него есть много безусловных хиточков и удачных песен, и альбом весь предыдущий «Пушечка», но, блядь, я не чувствую. Я не чувствую, друзья мои. Если вот он жестко чувствует, то я вообще вот этого трека не чувствую абсолютно. И как бы мне вот интересно ваше мнение. Есть ли те, кому прям зашло, кому прям нравится, вот кто может обосновать, почему «Пушечка», который может обосновать, почему хорошо, кроме того, что там... вы просто любите Love 6X и готовы там, что чувак там не дропнет, как бы все с этого кайфануть. Потому что я говорю, мне нравится его творчество, но этот трек мне не нравится. Причем, ну, как бы я не могу сказать, что он вызывает у меня какие-то негативные эмоции. Он просто не вызывает у меня достаточное количество позитивных эмоций. Я понимаю, что как бы это, да, как бы это вот какой-то некий экспериментальный прикольный звук. И это звучит прикольно, но это звучит, блядь, слишком прикольно. По-моему, реально too much. По-моему, кто-то прикололся жестче, чем надо было. Но если это на Ютубе кто-то будет в хайлайтах смотреть, напишите в комментариях, если вам понравилось, только объясните, блядь, почему. Не надо писать просто типа, бля, Ваня, лов, красавчик, блин, они поймут потом, чел, это просто, как же он чувствует жестко. И вот эти смайлики и замерзшие. Напишите по делу. Мне интересно, потому что, как бы, прикол, по-моему, вышел из-под контроля. Реально это слушать будем? Конечно, будем, блядь, потому что если вам не нравится музыка, это не значит, что она плохая. Чтобы составить какое-то представление, в любом случае нужно послушать все интересное, что вышло. Это потом можно отфильтровать, что хорошее, что плохое. Но если просто плеваться и говорить, это говно, я это слушать не буду, блядь, у тебя и музыкальный вкус будет, как пипирка. Вот такой. Так вот, вы еще не шапите за Dota рэп? Странно, ведь этот жанр начал активно захватывать российскую сцену в начале этого года, забирая все топы. Сука, я сейчас, блядь, я сорвусь сейчас, нахуй. Я сейчас взорвусь, блядь. Я, блядь, сука, блядь, какого хуя? Какого, блядь, чуваки? Вы все еще не шапите за Dota рэп? Странно, ведь этот жанр начал активно захватывать российскую сцену в начале этого года, забирая все топы стриминговых площадок. Сука, почему у тебя нету, блядь, автокорректа, блядь? Ну пиши с айфона эти посты, блядь, мудила. Ну пиши с айфона эти посты, ну напиши, блядь. Ну ты что, не шапишь за автокоррект? В начале этого года, забирая все топы стриминговых площадок. Что, даже не шарите за Dead Inside'ов? Странно. Хёрст — один из тех, с кем вам стоит ознакомиться перед тем, как вы окунетесь в мир аниме, Доты и Dead Inside'а. Killua
Это новый энергичный сингл, который способен раскачать любого, даже из самого тильтового состояния. Welcome. Хорош. Чел хорош. Небесная арена, будто мы сопили слабее. Я эксперт, потоки ненавистно слышу твои вопли. Нет времени создать, бегу вокруг осени молнии. А лицо залито кровью, быть свирепым мое хобби. Уровень между нами теперь слишком различен. Это душа в твоем теле так обычно. Бьется головой, а стены психика так вышла. Душа в черном гуде для меня безразлична. Это нормально. Вижу копии себя, как будто следует эхо ритма. Мои когти венопитанные, худари отразив. Я не возлюбит в этом мире без нормального режима. Сукадая в этой маске, моим причина эгоизма. Тен, рен, хасу. Моя харизма, поражение, садизма. Это та тень, эфир, предочистит рапидиоризм. Нам нелегко без хода, моя позиция закрыта. Мувы в тени, по смокам, я не варден, это шизм. Мои власти, элементы, много крови на костюм. Этих блядей поразил, я уже не слышу шум. Облик на ковище, кстати, я стреляю на бум. Я юзаю, тен, рен, хасу. Егорка, салют. Ну, блядь, что сказать, я хуй знает. Ну, типа, реально, вот по сравнению с Shadow Raze'ом, Курзет реально какой-то лоу-скилл, потому что, ну, у него слабенький флоу, то есть чел хочет плотно навалить, но у него и битос как бы способствует этому, ну, ты просто плохо попадаешь в доли, ты просто плохо, типа, без грува выговариваешь барсы, так сказать, слова, поэтому это звучит, ну, никак, мне не понравилось, типа, хз. Давайте оценим комментарии. У тебя скрытый талант, пусть он навсегда таким и остается. Брат, никого не слушай, твои треки полная хуйня. Перестань, пожалуйста, заниматься музыкой. Ну, я не могу сказать, что это прям типа говно, потому что, ну, в этом есть прикол. Но это вообще не лучший, блядь, представитель дота-рэпа. Реально, флоу очень сильно не хватает. Реально. Очень, по сравнению с Shadow Raze'ом, типа, просто банально не хватает скиллухи. Это очень большая проблема. Очень большая проблема. Я понимаю, что, типа, представителям субкультуры Dead Inside, как пишет сайт The Flow, им зайдет, но в целом, блядь, ну... Это не звучит. Sorry. Бато, Джимбо и Сими, Джангл. Let's go. Погоди, запрятал паттерн, чтоб быть намного. Бата застрял, как джангл. Фок 5 я забил, как Чапа. Биг бой замутил тут траблы. Как Лил Амон, кручусь на улице. Перебил сквад, они делают, как курицы. Вырубил, как двери, запачкал руки, мне все равно. Станцевал латину у трупа. Не подходи там близко, не подходи, тут риски. Фантом, как Майкл. Но нет на радаре. Energy King, сломал все биты, как поломал стекло. Разбеглится им. Бата застрял, как джангл. Запомни успех, дело времени. Выход из дикого племени. Люди построили стены, палю микросхемы под этими шлемами. Наса со звездой Мишлена. Влетаю на трек, словно Айртон Сена. Бита водит белым мелом. В деле Хэлла Хилла мел. Тысяча рук в них, тысяча лезвий. Захожу в клуб, забираю двух лесбий. Грязное дерби, играю за Сейнт Пит. Тебя порежди, я не про сэмплы. Речь про центы. Курю фазенды, мой стиль индепендент. Когда-то на бенде мы пушили темпы. Теперь сделал имя, оно стало брендом. Воп, воп, воп. Засылаю пули им в лоб. Вылез из-под земли в топ. Миллионер из трущоб. Воп, воп, воп. Засылаю пули им в лоб. Вылез из-под земли в топ. Миллионер из трущоб. Друзья мои, кто жалуется на однообразность Джимбо, хочу вам напомнить, что за этот трек не было ни одних демонов ни на каком мониторе. Подумайте, ни одного монитора и ни одного демона. Я считаю, что это не хуёво. Да, сон вырубает сотку. Молодого прикроет, купола высота.
как всеми забивает треху. Молодой, учись, как делать на пол. Я дядя бог скользкий, будто смазан воском. И по так легче передвигаться в Москву. Это там, где на проводах кроссовки. Это там, где типа снабос. Нига хочет дыма, значит глупый нига. Череп таким нига крошит катапилер. Нига решил прыгнуть, значит нига гнида. Нига дал нам мясо, как голодным псинам. Закрутил колено, у него артрит. Осуждаю, кстати. Забыл сон под глазами фонари. Увидишь мою дуло, сразу помолись. Так давно скретча не слышал. Охуенно, все охуенно в треке. Может быть, куплет Бато немножко слишком сильно нарезан. Из-за этого ему как будто бы по сравнению с Сими и с Джимбо не хватает вот именно кача, просто вот эту ду-ду. Но очень уверенно, очень, блядь, классный инструментал. Не знаю, ну, блядь, обложка, конечно, хз, правда. Но инструментал классный. Пацаны все залетели, заебись. Очень уверенно звучит, очень хорошая песня. Вот это, блядь, прям плотнейший просто респект. И Симичу, и Джимбичу, и Батычу. Хорош, хорош.